В эти дни в Чебоксарах проходит и международная научно-практическая конференция «Гидродинамика больших скоростей и кораблестроения». Конференция посвящена 150-летию известного ученого и судостроителя академика Алексея Николаевича Крылова, уроженца Чувашской земли, сделавшего существенный вклад в российское кораблестроение и мировую науку. В Чебоксарах собрались ученые мирового уровня. Сегодня один из организаторов форума, генеральный директор предприятия «Адмиралтейские верфи» Владимир Александров встретился с председателем кабинета министров Чувашии Иваном Моториным. Цель конференции – помочь исследователям, инженерам и математикам разных стран, вовлеченным в создание, развитие, применение и исследование явлений гидродинамики больших скоростей, найти точки соприкосновения, обеспечить возможность взаимообмена в области кораблестроения. Имя академика Крылова для ученых знаковое. Алексей Крылов – основоположник теории корабля, автор множества работ по артиллерии, механике, математике и астрономии. Мы очень рады, что вот именно в Чебоксарах состоялись такие главные мероприятия. Ну, еще вот мы поедем завтра, Лебедев уже с нами встречался, поедем в Пореченский район, в деревню Крылова, там будет тоже встреча. Вот, мы 5 лет назад, когда были, помогли немножко там материально. Ну и мы за последние годы старались насытить музей материалами, то есть все конструкторские бюро, заводы строителей, модели, макеты, различную литературу, описания. Сейчас наметились двиги в отечественном судостроении. Не последнюю роль в этом играет и производственное объединение имени Чапаева, которое поставляет на верфи свою продукцию.